Приветичи! Сегодня мы поиграем с тобой в крутую игруху, где мы выступаем в роли уборщика. Как ты можешь обратить внимание, на этом острове очень грязно. Деревья в какой-то жиже. На песке валяется пластик. И, походу, нам это все предстоит убирать своими ручками. Ух ты, там палатка есть. Фу! От этого дерева явно чем-то пахнет. Так, тут прилетел киви. Нам нужно с ним поболтать, потому что он чем-то очень озадачен. Испуган. Привет. Добро пожаловать на остров. Я киви, твой гид. Обалденно, у нас теперь есть гид. Удачненько я приземлился. Да, игра полностью на английском, поэтому я буду немножко тупить, тормозить. Ну и переводить, естественно. Да-да, ты прав. Я говорю по-вашему. Но если ты думаешь, что это странно, то подожди. Тебя еще ждет другая часть острова. Что ты говоришь? Ты бионаут? Бионаут. Кто такой бионаут? Возможно, это тот, кто перерабатывает мусор. Если ты знаешь, кто такой бионаут, напиши в комментариях. И ты нам поможешь? О, крутяк. Это место просто помойка. Люди со всего мира скидывают мусор, и этот мусор оказывается здесь, на этом острове. Да, печалечка. Это, между прочим, сейчас очень актуально в наше время-то, потому что люди действительно много мусорят. Давай попрактикуем твою пушку, трэш-бластер. О, у меня пушка есть. Мусора-бластер. Что ж, давай потестим. Вау, 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 крутяк. Крутяк, у меня есть бластер. Пью-пью-пью. Давай соберем мусор. До чего дошел прогресс? Эй, я здесь. Я перерабатывальщик, и я люблю перерабатывать пластик. Ништяк. И, кстати, я могу дать немного тебе денег, если ты, конечно, очистишь меня. Используй свою пушку, чтобы набрать немного воды и очистить меня. Нифига себе. Да у нас, оказывается, это не простая пушка. Точнее, не только для сбора мусора, она у нас мультипушка. Еще можно набрать воду. Отлично, а теперь иди и помой меня. Че ты мне таким приказным тоном-то говоришь? Не буду тебя мыть. Да, он тоже в какой-то жиже стрёмный. Так, нужно переключить нашу пушку в режим водоиспаржнения. Водоиспаржнение, так. Выбираем 6. Ага, все, теперь я могу поливать. Подожди. Обратно я уже не могу переключиться на пластик. Ладно, польем пока вот эту штуку. Все, мы его очистили. Ой, ну все, красавец, красавец просто. Блестишь, светишься. Ой, спасибо, теперь я готов перерабатывать. В принципе, нужно все, что сделать, нам это запульнуть в него пластик. Выбираем снова ячейку с пластиком. И теперь нужно все в него запулить. Ух ты! Да ты крут! Закидываем в него пластик. Блин, эта игра очень сильно похожа на Slime Rancher. Ну, по крайней мере, механикой. Хорошо. За 10 бутылок ты получаешь дуплон. Дуплон он нам дал. Монету. Мы ее забираем. Поднимать руками я ничего не могу, только своей пушкой. Ух ты, у нас есть еще метр счастья. Буду называть это метр счастья, не знаю, как правильно сказать. Шкала счастья можно назвать еще. Короче, нам нужно ее заполнять. То есть это шкала, которая отображает место загрязнения. Когда у нас вот этот значок, смайлик такой стрёмный, значит, это место очень грязное. Что ж, да, тут действительно грязно, ты только глянь на это. Придется нам это все убрать, чтобы поднять наш метр, точнее шкалу счастья, чтобы всем было тут хорошо. Да я вижу, что тут вообще грязюка полная. В принципе, я готов. Я готов убирать все это место. Что ж, с чего начнем? Я думаю, давай вначале уберем пластик. Собираем пластик. Отлично. Дерево поливать я буду в конце. Не-не-не-не, подожди, подожди. Воду я буду использовать в конце. Вначале я соберу весь пластик. А, нет, нифига. Киви не дает мне страдать фигней. Нужно делать по пунктам. Все правильно. Хорошо, очищаем дерево. Что произошло? Ого! Я убрал территорию, к нам прибежал крабик. Круто. Короче, из-за пластика этот краб потерял свой окрас. И нужно вернуть ему его цвет. Кстати, он похож на копилку. Киви, хватит болтать. Я думаю, что мы разберемся. Ага, теперь этот краб у нас есть. Вот так вот он должен выглядеть. А он сейчас весь черный, весь в пластике. Словно в нефти. Зайдем в наш бортовой компьютер, который на руке. Ух ты, нифига себе. А остров-то здоровенный. И мы только начали очищать вот эту область. Обалдеть.
Всего мы очистили, точнее сейчас очистим первого краба, который к нам выполз, а их 13 штук. А еще есть другие разновидности животных на этом острове. Сколько нам предстоит работы. Так, подожди, а может быть этот краб такого цвета и есть? Да не, не может быть, пойдем его попробуем очистить. Крабик, подожди, дай я в тебя постреляю. Что-то я не могу с ним ничего сделать-то, по большому счету. Вода его не очищает. Скорее всего, он преобразуется и станет красивым, когда я уберу весь этот остров. Что ж, нужно это все сделать. Возможно, я что-то неправильно перевел. Я собираю... Сколько максимум я могу собрать пластика? В свою пушку? А, то есть пластик у меня собирается не только в один отсек. Он собирается в несколько отсеков. Ну и хорошо. Вначале тогда соберем весь пластик. Отлично. Абсолютно весь пластик. Кстати, в этого краба можно монетки закидывать. Подожди. Дай в тебя монетку кину. Нет, что-то не... Что-то ему не понравилось. Ну ладно. Киви, я очищаю, очищаю остров. Не паникуй. Пластик я вроде бы собрал. Пойдем теперь водички наберем. А, вот еще монетка лежит. Монетка, это здорово. Набираем водички. И поливаем все наше добро водой. Точнее, не добро, а грязь. Все это хорошенечко отмываем. Взбиваем. О, еще один крабик прилетел. Здорово. Да, по всей видимости, когда я убираю пластик, этот остров начинает заселяться живностью. Что такое? Крабы хотят кушать. И когда они едят, они дают дублоны. Ха, ты посмотри, как он надулся. Использую трэш-бластер, чтобы собрать дублон с краба. Пойдем-ка. Ого! Нифига себе, вот это прикольно. И краб стал цветным. Вот такого цвета должен быть крабик. Так, все понятно, то есть их нужно кормить. Ништяк. Монеточки я все собрал. Но мы... Вот еще монеточки. Но мы не все закончили здесь обрабатывать. Водички все поливаем. Где монетка? Вот. А как кокосы эти сбивать? Потому что если я собью кокосы, они начинают кушать их. Ладно, этим займемся чуть позже. Вначале нужно все отмыть. Ништяк. Сюда. Вот кокос, кстати, валяется. Я могу его собрать? Да, могу. Ага. Перерабатывальщик просит закинуть пластик весь. Закидываем пластик и получаем кучу монет. И кажется, мы достижение получили. Круто. Где у нас, значит, вот они, наши крабики. Попробуем пульнуть в него. Нет, не получилось. Полуразбитый кокос что-то не сработал. А возможно, это был старый кокос. Давай мы вот этому пульнем кокос. Лови. Молодец, кушай, кушай. Вот тебе два кокоса. А, это было... Это был не разрушенный кокос, это была кокуля крабья. Ой, блин. Я его хотел кокули накормить. Так. Собираем, значит, монетки кокоса. И откармливаем наших крабиков. Где ты? Вот этого, по-моему, я кормил. Друг мой, вот, держи. Держи, поедай. Есть, готов! Собираем монетки. Ништяк. Уже два краба мы перекрасили. Теперь надо этого накормить. Держи. Готов! Здорово. Кокосы падают и падают. Вытрясли все деньги со всех крабов. Кстати, когда они перекрашиваются... Нет, копилка у них до сих пор открыта. Но кормить я их уже не могу. Хотя давай попробуем. Вот я кину ему кокосик. Нет, они не хотят кушать. Ты точно не хочешь кушать? Ты не голоден? Нет, он не хочет кушать. Ну и все тогда. Откармливаем последнего краба. О, сколько деньжищ. Все, я очистил эту местность. Круто. Я просто мастер. А это что такое? Отличная работа, Бионаут. Вы очистили весь Киви... Кивиков. То есть, получается, это место так называлось Кивиков, а не попугаи так звали. Вот так. Ладно, хватит болтать. Мы красавцы. Крабы куда-то сваливают. А куда они пошли? Там же мусор полно. Зачем отсюда сваливать? А, они мне мост строят. Ага, там кокуля покатилась. Ну, спасибо вам. Это в знак благодарности, они, видимо, мостик мне выстроили. Круто. На самом деле, животные очень благодарные существа. Не то, что люди.
Люди иногда бывают очень плохими, но не все. Мы же с тобой об этом прекрасно знаем, поэтому будь хорошим чуваком. Или чувихой. Значит, что у нас тут есть? Тут какая-то будка, похожа на палатку. Что это такое? А, это магазин, где мы можем тратить свои деньги, в принципе. А, нет, или это банк. Короче, я не до конца прочитал, что там по-английски было написано, но сейчас мы разберемся. Подожди, сфокусируйся на этом. На coin deposit. А, ну да, все-таки это банк. Сюда нужно скидывать деньги. Ну хорошо. А как это сделать? Банк, откройся. А ну открывать. Киви, как открыть эту штуку? Кажись, я понял. Ее нужно очистить сперва. Ее ж помыть надо. Тут ничего не работает, пока не помоешь. Зашибись. Наш банкомат заработал. Ага, он добавился в наш терминальчик небольшой на руке. Деньги. NetWest. Называется терминал банковский. Пин-код нужно придумать. О-хо-хо. Далеко пойдем. Ладно, какой пин-код придумать? 1, 2, 3, 4. Его точно никто не взломает. Вообще никто. И я его не забуду. Отличный пин-код. Кто бы сомневался. Что здесь нужно? А, это мне письмецо такое? Добро пожаловать в ваш новый аккаунт. Аккаунт холдер. Аккаунт называется у меня Bionaut. Климат Крашер. Короче, читать я это не буду. Спасибо вам за весточку. И теперь я могу вкидывать деньги. О, так тут еще есть и кредиты. Я могу займы брать. Хорошо, выходим отсюда и давай вкинем сюда бабосиков немножечко. Хватит уже со мной болтать. Я монеточку надо забрать. Кидаем бабосики. Смотри, как штырило этого робота. Поздравляем, вы успешно открыли в банке счет. Спасибо, КП, очевидности. Деньги-то все забери. 53 монеты мы закинули. Банкомат счастлив. До меня его еще никто не пополнял. Он просто брызжет слюной и спать ушел. Все. Я в слип-режим. Значит, давай соберем здесь мусор. Хоп, мусорок. Уберем тебя с пляжей. С пляжей. Все очищаем. Делаем, наводим красоту. А тут, кстати, ключик какой-то нужен. Ты посмотри. Открыть? Не, сорян, братан, дальше ты не пройдешь. Нужен ключ. Причем не простой, а золотой. Ясно. У меня немножечко водички есть. Давай здесь польем все. По красоте. Что такое? Оу! Здорово, улитка. К нам начали приползать улитки. Ну, конечно. Чем остров красивее, тем на нем больше хочется жить. Цветочки мы тоже здесь все полили. Фига себе, они носятся. Скоростные. Это турбоулитка. Помнишь, мультик был про турбоулитку? О, тут, походу, такие же. Нам нужно перерабатывальщик очистить, но у нас нет воды. Зато у нас есть море, в котором мы можем набрать воду. Ништяк. О, мне кажется, что мы здесь можем подняться, нет? Тебе так не кажется? Давай попробуем. Нет, это не так работает. Ну ладно. Значит, скидываем пластик. Блин, ну да, это прям как Slime Rancher. Один в один по механике. Все, монеточки мы собрали. Сразу же их сюда вкинем. О, это что такое? По всей видимости. Я не знал, что улитки тоже кекают вот такими штуками. Похоже на кроличий кал. Ну, знаешь, такой кругленький. Если не знаешь, то в зоопарке увидишь. Так. Короче, братья эти мелкие кушают вот эти цветочки. Мы их сейчас соберем. Ну, очевидно, что улитки едят цветы. Точнее, не цветы, а стебельки. Ну, растительность такую. Ух ты, бабочки летают. Там тоже летали, я не обратил на это внимания. Так, ребята, кушайте, кушайте. Мне нужно, чтобы вы мне отдали свои деньги. Я тут, значит, парюсь, убираюсь. А вы мне ничего не платите за это. Отлично, один готов. Готов отдать свои бабосики. Давай я заберу их. А то тебе тяжело с ними. Ништяк. И он сразу приукрасился. Вот так-то вам больше идет. А то вы какие-то серые, да серые. Так, я еще какули собрал. Надо какули выплюнуть, чтобы они место не занимали. О, мой бро, робот-бро. Куда-то пошел. Давай последим за ним. Ты мне поклоняешься, что ли? По всей видимости, он просто смотрит на мою работу. Чисто ли я все сделал?
Короче, мне нужно последовать. Ты меня... Точно, в меня улитка влюбилась, прикинь. Отстаньте от меня, не надо мне любви вашей. Это тоже влюбилась. Ладно, я не буду отрицать, что я вас тоже люблю. Вы очень милый создание. Что мне дальше-то делать? Мне нужно следовать за киви. По всей видимости, мне теперь нужно идти вот сюда. Ну да, вон он, киви сидит. Киви, привет. Я пришел. Вход стоит 70 монет. А куда мне вкидывать? Мне нужно что-то вкидывать? Ты хочешь купить билет для исследований? Да, хочу. Как мне это сделать? Отлично, давай сделаем бизнес. А теперь... Лети. Куда лететь? Подожди. А, ты полетишь? А ты деньги-то мои забрал? 70 монет. Главное, чтобы его там никто не сбил. Что-то упало. Ну ладно, это уже не мое дело. Я здесь вроде бы все прибрал. Мы идем вглубь острова. Ух, сколько тут мусора. Что нам показывают? А нам показывают, что... Какие-то кляксы завалили проход, и теперь обратно я не выберусь. Черт возьми, кляксы. Что вы натворили? Я же вас здесь всех сотру. Тайдом. Или Ферри. Найду Ферри и сотру вас в порошок. Точнее, не в порошок, а просто вас сотру, чтобы вас тут не существовало. Что ж, переключаем режим водопуляния. И начинаем тут все отмывать. Все по стариночке. А это кто такой? Такс-бот. Здорово! Я такс-бот! Я коллекционирую твой такс. Такс, ну, то есть, проценты какие-то он коллекционер. Господи, сколько тут бизнеса, а? Короче, этот чувак собирает налоги. С каждых 10 дублонов он забирает 10%. Вроде бы как-то так. То есть, получается, с 10 дублонов он забирает один дублон себе. Засранец, нафиг ты сюда прилетел, а? Улетывай отсюда давай. Вот, наверное, вот этот чел и выпал с того корабля. Фантастика, вы заработали свой первый налог. В смысле фантастика? Это как-то не очень. Ты видел, он деньги скинул сюда. А, то есть это крутой чел, он наоборот. Все понятно. То есть когда я убираю остров, он за это начисляет мне проценты, 10%. То есть он не забирает у меня, он их мне начисляет. Вот это здорово. Тогда это крутой налоговик. Пожалуйста, добро пожаловать, я вам очень рад. Чуть не отпенал его, случайно. Ой. Что это тут произошло? Какого лешего? Такая клякса здорово появилась. Я чуть не испугался. Давай отмоем этот пруд. Отмываем тут все. Чтоб никаких клякс. Ой, красота-то. Здорово. Главное не утопиться здесь. Я вообще плавать-то умею. И никто об этом даже не рассказал. Все, у меня все битком. Мне нужно идти к перерабатывальщику. А еще тут прикольный стрекоз летает. Где перерабатывальщик? Ты соскучился по мне? Ага, соскучился. Дрыхнет он тут. Надо его сперва отмыть. Все, а теперь можно в него запулять. Ой-ой-ой, что произошло? Кажется, наш перерабатывальщик окочурился. Посмотри на его глаза. О, черт, я полон мусора. Вам нужно использовать налоговый токен. А, началось-то. Короче, и вот этот токен, который он выплюнул, мне нужно собрать и закинуть вот в эту машину. И после этого я смогу продолжить закидывать мусор в этого перерабатывальщика. Хорошо, а где токен-то? Токен. Подожди, мне же казалось, что он выкинул токен. А, наверное, с этого собрать токен. Блин. Так, вот это я выплевываю, место освободил. Забираю. Ага, токен один собрал. Теперь вкидываю этот токен сюда. Ой-ой, сейчас что-то полетит. А ты вернешься? Мне куда мусор-то собирать? Поздравляем, вы опустошили первого переработальщика мусора. Да, только вот мне бы, чтобы он еще вернулся. Кто-нибудь прилетит взамен него? А, вон он падает, смотри. Круто. Довольно быстро очистился. Значит, берем пластик и вкидываем в него оставшийся. Он почти опять переполнен. Ух ты, бабочки залетали. Красота. Пополняем запасы жидкости. И пойдем, наверное, очищать деревья. Как здорово-то, а? С
сразу все приобретает свой цвет. То есть, когда все в мусоре, все такое серое, блеклое, некрасивое. К нам прибежали крабики. Это очень хорошо. Давайте теперь очистим от эти три пальмы, чтобы они стали цветные, красивые. А тут у нас что воняет? Возле нашего пруда должно быть все в чистоте. Они и выросли. Так, это наш налоговик. Прилетел, забрал с нас монетку и... А, он, короче... Все, я понял. Я понял. Короче, с каждых 10 токенов он забирает один токен и преобразует его в токен налоговика, который позволяет нам очистить мусоросборщик. Вот. Теперь я въехал, как все тут работает, как эта вся система тут функционирует. Пойдем, наверное, мы скинем наши деньги, потом откормим крабиков. Так. А, конечно же, конечно же. Сейчас мы тебя отмоем сперва. Вот. А теперь... Что-то он закрыт, а что он закрыт? Спасибо, что очистил меня. Я буду рад, чтобы принять твой депозит, как только вы введете в меня пин-код. О, вон что... Так, пин-код, пин-код. Я его вроде бы не забыл. Сейчас введем. Ввести пин-код можно от 0 до 9. Хорошо. 1, 2, 3, 4. Это просто гениальнейший пин-код. Здорово. Наш банкомат активирован. Кидываем бабочки. Не взорвись от счастья. Что нам нужно сделать еще? Выкинуть пластик весь. Все. Наш сборщик переполнен. Забираем бабосики. Выкинем еще пластика, потому что места у нас нет. Забираем токен и освобождаем наш перерабатывающий. Ю-ху, поехали! В космос! Надеюсь, что он не в космосе мусор сбрасывает, а действительно на какой-нибудь завод перерабатывающий это все отвозит. Там это все перерабатывают. Ништяк. Кто-то тут серит. А, там же у нас крабики появились. Крабик, ты куда делся? А, вот ты где. Значит, на, покушай кокосиков. Нам нужно опустошить твои карманы. Точнее, твою копилку. О, молодец. Молодец, этот кокосик мы выкидываем. Налоговик сразу прилетел. Так, монетки мы все собрали. Пойдем очищать эти пальмы. Да, вот здесь вот область, конечно, вообще капец как грязная. Все это очищаем. Мусор собираем. Надо каким-то макаром разблокировать мне еще одну ячейку для моего пистолета. Потому что мне не хватает. Маловато будет. Ну, а пока он летит, я предлагаю очистить вот эту штуку. Это, по-моему, муравейник. Или какой-то гейзер. Очень грязный. Муравье! Точно, я очистил муравейник. Обалдеть, какой он прикольный. Кстати, муравьед... Он должен быть другого цвета совершенно. Видимо, его нужно откормить муравьями. А где муравьед? Муравьед! Ты где? Ты же где-то здесь был. Куда он делся? Соберем муравья? Нет, не соберем. Ну ладно, тогда денежку соберем. Как же... Вот он бегает, вот он! Красавчик! А чем же тебя кормить? Давай чистим этот муравейник. Он сюда подбежал раз. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди чуть-чуть. Вот, пожалуйста. Енот? А, это панда, красная панда. Блин, похоже очень на енота на самом деле. Ну, потому что он еще цвет свой не приобрел, настоящий, поэтому он похож на енота. Так, значит, мне нужно его чем-то накормить. А, ну вот, смотри, смотри, он кушает, короче, муравьев и пополняет свой живот. После этого, как он заполнит все свое пространство, перестанет пердеть и, ну, и спускать. Как это правильно сказать? Оставлять свой кал. Он будет нам давать денежки. Красавцы. Хватит пердеть, тут воздух портить. Что насчет красных панд? Они, по-моему, любят бамбук. Бамбук, давайте закормим их бамбуком. Кушайте, мои красавицы. Или красавицы-красотка. Они все пердят. Все кекают тут. Что еще вам нужно? Давай еще сейчас соберем. Ребят, вот вам еще. Добавочка. Стой, 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 не уходи. Я хочу с вас денег получить и перекрасить вас. Один готов. Блин. Есть, перекрасили панду. Здорово. Собираем монеточки. Так, акули нам не нужны.
Еще одна панда у нас готова, отъелась. Ништя. У меня переполнен пистолет. Нужно скинуть бабосики. Слава богу, пин-код вводить еще раз не нужно. Всего лишь один раз вводишь и все. Скидываем мусор. Все пошло по скорости. Что такое? Депозит? Депозит. У тебя есть депозит? Нет, у меня нет депозита. Ага, короче, чем больше я храню денег в своем депозите, тем больше я смогу заработать процент. В общем, как-то так. Что я тут еще не очистил? По-моему, только вот это вот дерево. И, в принципе, все. Останется только откормить животину. Готово. Да, осталось только откормить животных. Ну, муравьеды, они тут сами себя откормят. Я их не могу покормить. Где-то я видел краба. Собираем, значит, кокосики. Я никогда в жизни не видел, чтобы крабы ели кокосы. Но этот уже отъелся, смотри сам. Но, видимо, в этой игре, на этом острове, возможно, все. Отлично. И куда ты побежал? Подожди. Вот кокос. Вот, кушай его. Вкусный, сочный, свеженький. Вот тебе два кокосика. На, кушай. Монеточку соберем. Вот еще я принес тебе. Держи. Ой, вкусно, да? Я думал, он сейчас уснет. Он пукнул. Ништяк. Краб готов. Собираем денежку. И осталось только муравьедов дождаться. А они уже готовенькие, смотри. Набили свои животы. Тяжко им, тяжко. Один готов, второй готов. И сейчас они окрасятся. Ой, какие красивые-то, а. Ой, красавицы. Собираем денежку. Тут уже налоговик прилетел. О, один муравьед меня любит. Обожает просто. А можно тебе покататься, а? Как-нибудь. Как-нибудь так покататься? Нет. Кататься на нем, к сожалению, нельзя. Ого, сколько налоговиков летает. Это моя любовь. Я назову тебя Маргарита. Скидываем денежки. Ну, слушай, мне кажется, любовь с муравьедом это лучше, чем любовь. Куда ты побежал? Не бросай меня. Этот муравьед уснул. Короче, любовь с муравьедом, мне кажется, это лучше, чем любовь с слизняком. Ну, с улиткой. Эй, бро, ты чё, все? Вставай, шашлык. Надо еще покушать. Так, вроде бы все. Пойдем покупать себе новый билет в новое место. Плюс один жетон. Это, видимо, депозит. Да, депозит мне прислал процент. Отлично сработано. Вы заслужили свой первый процент с депозита. Ну, собственно, благодарю вас. Я только не посмотрел, сколько у меня денег. А, 121 монета у меня в банке. Мы сейчас скинем оставшиеся. И купим билетик. Так, выплевываем. А теперь со спокойной душой идем приобретать новый билет. Какие здесь врата. Ух, покупаем. Билетик куплен. Эта штука улетает. Двери нам отпирают. Вау. А чё я вау? Ух ты, носорог. Ключ. Золотой ключ. Блин, круто. Ой, заставочка пошла. Воу, Ринорог, ты знал, что носороги отлично, Бен Кимал, что такое, использовали для жизни здесь? Короче, я не въехал, но что-то тут носороги мутили. Если ты уберешь это место, то носороги, возможно, вернутся сюда. Ну, это здорово, конечно. Я бы хотел, чтобы они сюда вернулись. И мы обязательно это сделаем, но уже в следующей серии. Если тебе понравилась эта игруха, то есть тебе лайк. Подписочка, если ты еще не подписан. И, конечно же, комментос. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.